Дорогие жители города Керчь, я много знаю о вашем городе, знаю очень много людей из вашего города, которые живут там, которые уехали, но очень много хороших историй рассказывают мне об этом прекрасном месте. Я вот под Новый год обязательно загадаю себе небольшое желание все-таки побывать в следующем году в вашем прекрасном городе и получить массу удовольствия, пообщавшись с вами. Сложный год, конечно, на самом деле был, и мне кажется, что мы уже успели сделать огромные жизнеутверждающие, может быть, выводы. У кого-то получилось, у кого-то нет. А как нам жить дальше? Я очень много провожу времени, когда у меня есть какая-то свободная, скажем так, пауза от работы. Я прихожу на Евромайдан, общаюсь со многими людьми. Был и на Антимайдане, как его называют, просто в Мариинском парке в городе Киеве. Все мы украинцы, все мы люди. Просто каждый по-разному смотрит на будущее, в завтрашний день, в день сегодняшний. Мне кажется, что оглядываться на прошлое не стоит. Давайте просто вместе подумаем, как мы будем все вместе жить дальше, сохранив нашу страну, ну и сохранив очень хорошее, позитивное и доброе желание помогать друг другу. Мне кажется, что стоит собираться под украинскими флагами и искать общий язык. Я, по крайней мере, нашел на Евромайдане очень много людей, которые говорят на украинском, на русском, на английском, абсолютно разного социального достатка. Но все мы украинцы, и давайте вот думать над тем, что все-таки что нас больше сближает, нежели разъединяет. Поэтому собирайтесь, общайтесь, делайте какие-то определенные выводы. И я думаю, что эти выводы должны быть как раз вот хорошими и позитивными, потому что это обеспечит каким-то образом морально-психологическое наше сосуществование в этой стране, в Украине. Ну, а кроме всего прочего, если сказочно говорить, что следующий год – год синей лошади, неважно, какого она будет цвета, зеленого, красного, коричневого, белого, пускай на крыльях, как Пегас, принесет очень много хороших событий, положительных событий каждый день. Пускай их немного будет, но каждый день по чуть-чуть, и в конце следующего года вы поймете, что этот год был прекрасен. И что-то самое хорошее из этого года обязательно возьмите, вот так вот крепко держите, и все несемся в 2014. Керчь, люблю, целую, обнимаю. С Новым годом!